Один из самых светлых праздников, который имеет отношение к каждому человеку, отмечают в середине мая. Международный день семей помогает не только вспомнить о значении близких людей в жизни, но и поднять, разрешить многие волнующие вопросы, связанные с этой ячейкой общества. Ежегодно специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Кашхабского района чествуют супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет. Этот год не стал исключением. В этот раз с таким замечательным и светлым праздником работники КЦСОН поздравили Читу Ященко, Петра Алексеевича, мастера связи России и Адыгеи, и Любовь Трофимовну, мастера связи Адыгеи, которые прожили вместе 54 года. Дружные супруги вырастили двоих детей, а они, в свою очередь, подарили заботливым родителям 5 внуков и 2 правнука. Хотела бы пожелать вашей семье уюта, добра, согласия в семье. Самое главное, чтобы у нас было мирное небо, и чтобы в вашей семье всегда было здоровье, чтобы детки ваши, ваши внуки всегда вас радовали. А вон и правнуки. Да, теперь и правнуки. Крепкого-крепкого вам здоровья и долголетия. В этот день подарок и поздравления получила и семья Куловых из аула Бличепсин. Азамат Мавлюдович и Чебахан Аслановна прожили в браке 57 лет, воспитали и вырастили 5 детей. Пожалуй, нет человека, который не согласится с тем, что семья – это обязательный атрибут счастья, потому что без самых близких и родных жизнь кажется неполноценной.